Я... Вы меня забанили, блядь! Я тебя стекло разбил! Дебилы! За что вы меня заставили, дебилы! Да что ты гонишь, что ты не разбил? Еще раз разбей, блядь! Блядь, я палец порезал! Ты плачь. Наконец-то я сделал компьютер, да, Фламер? И а. Наконец-то зашел сюда на сервер, где здесь вот. Вот у нас, кстати, новый сервер, никто не в курсе, версия 1.5.2. И так как мы открыли сервер, мы хотим сказать о том, что первым 150 зашедшим людям мы даем админку. Да, не друг... да, она не какая-то там супер крутая, но это админка бесплатная. Заходите, получите бесплатно админку, понимаете? Первые 150 человек, поэтому вы сможете еще успеть, если серия только вышла. И получите где-то в течение 20 минут, чтобы мы записали вас в ваш, в наш лог там. И это хотел вот все, что я сказать, это вот сообщить я об этом хотел. Поэтому заходите обязательно, поиграйте, здесь куча есть игр. А мы с Фламером нашли очередного грифера и... Так, все, сейчас я... Звоним ему, звони. Просим позвонить. Так, где он? А как его зовут вообще? Кексик. Кексик? Алло. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. А вам сколько лет? 5. Мне... 15. О, это хорошо. 10. А тебе сколько? Ну, что, вы хотели, чтобы я вас приютил, да? Ну да, у меня есть китс... Кидстарт, у меня, то есть... У меня тоже есть кидстарт. Есть чем помочь тебе, если что. Ну, давайте тогда ты походишь. А тут люди писали, что ты, типа, видео снимаешь, ты это... Ну да, я видеоблогер, да. Ты известен, я, что ли, здесь, на сервере? Да, очень известен, да. А какой у тебя ник? Сейчас напишу один. Не судите по нику. Писун? А почему ничего не придумал? Ты дружешь. Короче, сначала вы должны сфоткаться со мной, понимаете? Сфоткаться? Это как понять? Я тебе кол прописал. Короче, смотри. Прими меня. Знаешь, мое прозвище Писун, потому что вот почему. Писун, возьми меня. Я же тебе кол пишу. В смысле, подожди. А ты, как тебя зовут? Чего? Прими меня, я тебе кол пишу. Как блядь. Тебя зовут? Баран, я тебе кол пишу уже. Блядь. Давай этому Фламеру Гриф, который в короне такой, ему пиши. В смысле? Ему пиши ТП. Просто смотри на него. Это что? Хорош, жайте, давайте фоткаться. Это что такое? Это? Ну это мое прозвище. Так а, что-то. Поэтому у тебя такое прозвище, да? Да. А, ну понятно. А что делать? Ну, короче, смотрите это. А вот чё... ты, да? Ну. Что ты такой королевский-то, а? Ненавижу королей. Короче, смотри. Ну. Сейчас. Пошлите, я вам свой дом покажу. Ходите. Не вижу. Ой, извините, пожалуйста, за мной. Ты русский, да, коренной? У тебя флаг России. Чё эти... А чё эти... Чё эти не вижу? Как тебя там зовут? В смысле ты меня не видишь? Вот я бегаю. Я тебя не вижу, ты не бегаешь. Ай. Вот я бегаю, ты слепой? Да я тебя не вижу. Я тебя ударил сейчас. Да ты, я тебя не вижу, реально. Ты угораешь, что ли? Я перед тобой стою. Блин, ну реально не вижу. Ты чё угораешь? А, вот, наконец-то, наконец-то ты, пидораска, блин. Извините, пожалуйста. Ты чего? Так. Эй. Смотрите, это вот мой дом. Ну и чё, ну нормальный дом. Я его купила за то, что я заработала на Ютубе. Вот. Нихера себе. Сколько ты зарабатываешь? Пошлите на второй этаж. Ты подожди, ты на туре на Ютубе заработал? Сколько да. Сколько ты зарабатываешь? Ну, знаете, за час миллиард. Врёшь ты, блядь, зачем ты врёшь? Я тебя серьёзно спрашиваю. Хуя, блядь, вру! Иди нахуй, понятно, блядь? Ты чё делаешь? Больной, что ли? Ты чё психуешь? Успокойся. Ты себе говоришь? Ты больной или чё? Зачем? Ну, я увидел твой дом. Да, вот, смотри, теперь пошлите фоткаться. Фоткаться? Да, короче, у меня много таких фоток было. А зачем они тебе нужны? Вам нужно сделать такую позу, чтобы вас не убило. В смысле? В коромысле. Вот становитесь вот сюда, вот по одному. Зачем? А где? А как видео надо. Будет называться? А как видео будет называться? Ты ой. Сначала... ты чё, охренел совсем, пидораска, блядь! Мне нечаянно... Нечаянно. Может, надо снять. Ну и сюда я скажу, как одежду? Будет называться. Что тут надо? Да, вам нужно сначала снять одежду, чтобы ваши скины были видны. Ты тоже сними. Так я... У меня нет скины, если... Снегу, блин.
Да похрен, снимай одежду. Нужно, чтобы... Зачем снимать-то? Где, как видео надо будет называться? Видео стань только... рядом с этим лохом. Эй, это мой друг вообще-то, я тебе не позволю. Смотрите, короче. Знаете, как видео будет называться? Так. Разводим тупых школьников. В смысле? Ты что-то Рому решил убить? Да. Подожди. До свидания. Ой, лагает, я не слышу никого. До свидания. Меня слышно, Фламер? Тебя, да. Ой. Что-то такое. Что-то... Спасибо за ресы. Так. Лагануло. Что-то... А чё я здесь? Ой, а чё ты без ресов появился? Я почему? Не пойму, мне показалось ли он меня убил и тебя тоже? Я не понимаю, меня лагануло, просто откатило на... А чё ресов-то нет тогда, если откатило? Вы, ребят, под названием... Вы, ребят, блять, как это сказать? Короче, вы заглифили мне всё. Чё, глифил шоу снимаешь? Ты же известный, зачем ты так делаешь? Ты же ютубер. Потому что я ютубер. Ну, а зачем ты убил? Ты сейчас снимаешь, да, я скажу подписчикам твоим? Давай. Верни ресы. Ты не снимаешь, ты врешь, да? Ну, блин, ты дебил. Слушай, я тебе кол пришел. Я снимаю. Прими, пожалуйста. Иди в жопу, дебил. Ну, просто у меня там кит-старт был очень важный. Да вот. Мне плохо. Вот, дай, пожалуйста, вот ты. Ух ты, там ресы мои. Стой, а чё они пропали, куда? Так, надо еще. Я на тебя, если это подам жалобу на YouTube, что ты убиваешь игроков просто так. Да нихера, я там бог, я у меня ютуберши сосут. Понимаешь? Саша Спилберг там, Саша Грей там, Мариана всякая, хуяна, блядь, сосут. Слушай, вот ресы, верни, пожалуйста. Вот. Ух ты, пиздюк, где ты, слышишь? Вот я. Верни ресы. Стой. Лучше по-хорошему я. Ты чё? Что? Как ты ломаешь? Не знаю, ничего не ломал. Как ты ломаешь? Я ничего не ломал. И ты, королевская, это говно, что ты в унитазе проплыл, мудак, блин. Мудак. Пошёл ты. Сдохни. Не можешь ты ничего. Верни ресы. Ой. Нихера себе. Что я сейчас могу сделать? Ты ничего. Ты уверен? Слушай, верни ресы. Давай сначала разбань меня. А смысл игрок? А смотри, тебя не банили, во-первых. Чё, скажи слово бронетранспортер. Зачем? Ну скажи. Бронехуй плен, блядь. Я не фотограф, я вот... Ой, слушай, у меня тут апокалипсис произошел. Какой? Короче, тут это... А я вижу, видишь, я тут, я вот бегаю. Чё, залаганул у тебя дом, слышишь? У меня реально какой-то апокалипсис случился. А что это дом лаганул? Да, то, что у меня пол исчез к херам собачьим. Охренеть. Да, вообще что-то. Вообще. О, прикиньте, у меня, короче, дом вообще исчез. А что такое? А что это делать теперь? Прикиньте. Слушайте. Я сейчас в панику войду. А, видимо, все, дома не будет. Да? Ой. А кто меня опять убил? Ой. Не, реально, просто мне это сейчас, знаете... У меня есть болезнь такая, инсиликулез. Это, короче, когда ты это, да, нервничаешь, ты сдыхаешься, да? Ты сдыхаешь, что раз в Майнкрафте! И тебе это очень бесит. Тебя лучник убивает, понимаешь? Я знаю. Вот, а ты откуда знаешь? Я его сейчас заприватчу, блядь! Дурак, я стою лучник, рядом. А? Подожди, стой, где стоишь? Тихо. Точно, надо апокалипсис. Встань посередине дома. Встань посередине дома, землю. Быстро, посередине дома встань. Посередине дома встань, тебе говорю. Да все, здесь этот, как его, блин, это не за. Блин, слушайте, знаете, у меня бункер сломался, у меня там под домом бункер был. У тебя вообще больше никакого дома нет, ты понимаешь? Знаешь, что там еще написано? Что тебе сейчас написано? О, так л у ю ч он серверон. ZABANBAN. Ты придурок? Знаешь, что это значит? Ты забанен. Белорусская авиакомпания Носовская. Ты что, дурачок? Все, он забанен. Все плохо. Он забанен, да? Зачем меня убить? Зачем Все, Фламер, видимо, надо его скидывать. Ему плохо. Нет, подождите, зачем? Ну ты все, ты забанен. Какой-то ненормальный. Подождите, я сейчас приду, подождите. Я воды принесу себе, подождите. Иди лечись. Нахрена нам твоя вода? Надо тебя скинуть, да и все. Он придурок, куда он пошел? Не знаю. Я хочу дом вернуть, жалко, красивый дом был. Может, подписчикам, да, отдам.
О, пускай будет. А его я не верну сюда. Ты придурок? Ты где был? Мы тебя сейчас скинем со скайпа, понимаешь ты или нет? Зачем? Да все, ты нахер нам нужен. Не убивайте, ну пожалуйста! Олень, мы тебя не убивали. Тебя просто забанило сервером, ты нам не нужен. Зачем? Откуда я знаю, зачем тебя сервер забанил? Зачем? Ты придурок? Знаете, я сейчас кину в окно эту ебаную кружку. Не надо кидать, ты придурок. Не надо, ты че, разобьёшь? Вы меня забанили, блядь! Ты разобьёшь её, не надо. Мы забанили, мы не мы тебя, а сервер за то, что ты грифер. Сука. А ты нам уже не нужен. Сука, блядь! Не надо этого делать. Подожди, ты не... Нет. Ты чё сделал? Ты чё сделал, блядь? Дурак? Блядь! Ребята! Глупый? Ты баран? Ты зачем стекло разбил? Блядь, я стекло разбил! Дебилы! Нахрена вы меня доставили, дебилы! Всё, ну ты глупый, всё, давай, пока. Ты чё ты гонишь, чё ты не разбил? Придурки, урод! Он не разбил, он гонит. Не знаю, вообще... Да не разбил ты! Еще раз разбей, блядь! Ёпта! Ты делаешь? Ты придурок, ты зачем реально ты разбиваешь? Ты блядь, я палец порезал! Ты баран, зачем ты разбил? Да ты не разбил, ты врешь. Дебил, блядь! Пидорасы, блядь! Ты плачешь? Стой, ты плачешь? Сука! Ты... Это сын! Ты че? Дебила, я из-за вас и кружку, и окно разбил, пидоразы, что мне теперь батя скажет? Сука, лучше с крыши нахуй спрыгну, блядь. Подожди, не надо, вот это мы не хотим. Сука. Подожди, ну ты нам наврал, ты наверняка ничего не разбил, ты врёшь. Да, блядь, вебку, сука, включи. Не надо нам твою вебку, не надо, мы... докажи, где осколки, мы не слышим. Докажи. Сука, дебил, я тебе, сука, сейчас в вебку кровяши налью столько, что ты обосрёшься в туалете, блядь. Вебку не надо. Докажи. Дебил, ничего ты... блядь. Ну чё ты плачешь? Ну ты не разбил ничего, ты нас обманываешь. Ты разводишь нас. Где а ты... что, по-твоему, это за звук ебаный? Где? Ну где ты разбил? Давай. Это осколки из кружки, дебил, не ржите. Сука, я сейчас с крыши спрыгну. Не надо, не надо, мы тебя не будем подстрекать, никакое убийство. Ёбаная штора. Пламя. Смотри. Я его скидываю, короче. Подожди, не всё, надо. Всё, блядь, я рассматриваю. Дебилы, сука. Чё ты делаешь там? Ты чё делаешь? Где он пропал? Куда он пропал, Пламя? Эй, Кекс, как тебя там? Ты как его говорил зовут? Кексик? Кексик. Чё с ним? Он слетел? Да, он что-то вылетел. Реально? Да ё-моё. Да ты его сбросил, зачем? Погоди. У него что-то с инетом было, на красном. Там. Блин. Он на туре что разбил? Вял. Шизоид вообще больной. Ну вот, ну а чё с такими делать? Взял, разбил. А чё он там окно, говорил, разбил? Чё он там? Да. Ну дурак, Фью. Короче. А потом плакал. Не, все. Ему, видимо, там придет. Ну такая была серия, лайтовая. Не все же нам все время искать всяких там бабушек. Неожиданно, конечно, связался. Неожиданно, да. Слушайте, заходите на сервер. Заходите. Дадим админку бесплатную первым 150 человекам. Они пройдут очень быстро. Поэтому IP в описании. Заходи. Фламер, че ты всю жизнь прыгаешь где-то? Все, всем пока.